председатель Президиума Верховного Совета СССР, товарищ Подгорный, вручил высокие награды Родины героям космоса. За успешное выполнение космического полета на советском корабле «Союз-19» совместно с кораблем Соединенных Штатов Америки «Аполлон» ордена Ленина и вторые медали «Золотая звезда» были вручены героям Советского Союза, летчикам-космонавтам СССР Алексею Леонову и Валерию Кубасову. За успешное осуществление длительного полета на орбитальной станции «Салют-4» и транспортном корабле «Союз-18» ордена Ленина и вторые медали «Золотая звезда» получили герои Советского Союза, летчики-космонавты СССР Петр Климук и Виталий Севастьянов. В этих наградах выражены всенародное признание нелегкого труда, уважение и любовь советских людей к героям космоса.